Здравствуйте! На календаре пятница, и пора задуматься, как провести свои выходные. О культурной программе города расскажу вам я, Юлия Север. Спектакль с летним названием ожидает вас 6 июня в театре «Камерная сцена». Солнечный удар по Бунину. На пароходе встречается молодой поручик и прекрасная незнакомка. С ними случается то, что бывает в жизни каждого мужчины и женщины, но только один единственный раз. Невозможно остановить мгновение. Человеку дано лишь выбирать между болью утраты и разочарованием. Герои Бунина выбирают первое. «Солнечный удар» рассчитан на 68 зрителей, которые сидят на сцене или плывут на корабле навстречу приключению. Не менее летняя комедия ждет вас в театре «Самарская площадь». Запах легкого загара. Сюжет почти невероятен и остроумен. В дом именинницы Юлии врывается вооруженный зэк. Герой очень неопытный в любви. Она одинока. Он 20 лет провел в тюрьме. И вот эти взрослые люди экстерном проходят курс познания интимных отношений, на который обычно уходят месяцы и годы. Ситуация трогательная и смешная. Параллельно идет линия отношений родителей Юлии. И эти отношения дикие, ужасны, но до смешного узнаваемы. Такова комедия жизни. Не пропустите. 7 июня. Театр оперы и балета 7 июня распахнет свои двери для юных зрителей. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» – это история маленького мальчика-малыша, который познакомился с лучшим в мире мужчиной – Карлсоном. Он всегда веселый, любит поесть и поиграть. Родители и друзья малыша считают, что Карлсон – это вымышленный друг, но неожиданно знакомятся с ним сами. Любимая и знакомая всеми история ожидает вас в это воскресенье. И на этом все. Вам, как всегда, желаю прекрасного настроения и насыщенных выходных. Пока-пока!